уважаемые взрослые, мы рады новой встрече с вами. Ребята, а вы рады? Сегодняшний наш концерт, я предлагаю вам внимательно послушать и отгадать несколько загадок. Готовы? Да! Ушки настроили и очень внимательно слушаем, только дослушать нужно до конца. Как услышишь музыки движения, по паркету начинай скольжение. В основном здесь главное кружиться и порхать по залу словно птица. Говорили мы сейчас про танец, что зовется... Вальс, какие молодцы, совершенно верно. Следующая загадка. Здесь пробежки и подскок. Есть притопы и хлопок. Лишь стремительность и только танец. Танцевать придется. Совершенно верно, Ольга. Следующий. За руки беремся дружно. Кругом встанем, это нужно. Танцевать пошли, и вот закружился. Ну что ж, догадались? Да! Ну так чему же посвящен сегодня наш концерт? Совершенно верно. Его величество в танце. Но прежде чем начнем наш концерт, я хочу напомнить вам правила хорошего зрителя. Вы ведь хорошие зрители? Да! А может быть, вы сами мне подскажете? Выключить телефон! Отключить мобильные телефоны. Совершенно верно. Дальше. Смотреть, когда идет выступление. Нельзя бегать, вставать с мест, да? Сидеть и очень внимательно смотреть на сцены. Ну и последнее, самое главное правило. Конечно же, поблагодарить наших артистов дружными аплодисментами. Порепетируем. Громче, уважаемые гости. Молодцы. Спасибо. Ну что ж, мы начинаем нашу концертную программу. И начинает ее хореографическая студия ансамбля «Сибирята», группа «Огоньки», танец «Листовая». Встречайте! Thank you.
Вот сегодня перед вами выступит хореографическая студия и очень много разных групп, дети разного возраста. Потому что дети приходят, поступают к нам в 6 лет, маленькими такими, и учатся 12 лет. Ребята, слушайте внимательно. 12 лет, как в настоящей школе почти, да? Ну, у наших детей не только уроки есть, но у них еще есть увлекательные поездки на конкурсы различные, в города, в другие, не только, и даже в страны дети другие ездят. Выступления на концертах. И также, как в обычной школе, у нас есть переменки, на которых ребята общаются, точно так же, как и в школе в обычной, правда? Ну что ж, встречайте следующих гостей. Это группа «Чародеи». Совершенно верно. Приходя на занятия по хореографии,
специальную одежду. Это гимнастические купальники и юбки для девочек, шорты и футболки для мальчиков, а также удобная танцевальная специальная обувь. Девочки обязательно убирают волосы в шишку, чтобы им не мешали волосы при работе. Видите, какие у нас девочки все красивые, у них очень красивые головки, правда? Ну что ж, сейчас я приглашаю на сцену самых старших ребят, и они для вас исполнят танец «Карусель». Встречайте! Thank you.
ней нужны еще. Скажите мне, пожалуйста, а знаете ли вы, кто сочиняет стихи? Поэт. Кто сочиняет музыку? Композитор, совершенно верно. А вот вы, наверное, не знаете, как называется человек, который сочиняет танцы. Хореограф! Хореограф, молодцы какие! Или еще называют их балетмейстер. Вот такое красивое название, да? Разучить танец с детьми помогает. Подскажите, кто еще? Концертмейстер. Без него вообще никак. А он отвечает за музыкальное сопровождение танца. А еще очень важна профессия костюмера. Как вы думаете, что это за профессия? Шьют такие красивые костюмы. Красивые у наших артистов костюмы, правда? Ну что ж, готовьте ладоши. Перед вами выступает группа «Кудесники» и покажет она вам танец «Краски Украины». Thank you.
Поднимаемся.
для этого разговаривать нельзя. Нужно приготовить ладоши, чтобы отблагодарить артиста. Все услышали, все вспомнили правила хорошего артиста. Молодцы. Сейчас перед вами выступит старшая группа. Покажут они вам народные танцы. Это еврейский, а следующий танец будет на сабантуе. Готовьтесь, встречайте. Tequila, opa, tequila, opa, tequila.
еще раз поговорим о наших артистах. Спасибо вам, дорогие наши гости, за теплый ваш прием, за ваши улыбки, за ваше активное участие. Мы ждем вас снова 15 декабря. До новых встреч!